Аппарат оснащен большим количеством программ для того, чтобы анализировать полученные изображения. Особо хочется отметить программы для анализа сосудистых структур головного мозга, сердца, что самое важное для нашего регионального сосудистого центра. На этом аппарате можно выполнять КТ-ангиографию, то есть исследование сосудов. Можно выполнять исследование изучения мозгового кровотока, что мы до этого момента никогда не делали. Это очень важно для ранней диагностики ишемических инсультов, чем занимается наш региональный сосудистый центр. Это оборудование мирового класса, это последнее оборудование, оборудование последнего поколения для исследования абсолютно всех бассейнов сосудистой системы, в том числе коронарных артерий. Практически неограниченные возможности в плане диагностики сосудистого русла всего организма человека.